циничны будьте, щедрый зажиточный край. И на престоле сидит в Петербурге. Я за Россию. Потом делюсь украинцем. Добрый день. Добрый, добрый, я же сказал. Откуда будете, если не секрет? Что? Откуда будете? Где живете? Луганском. Понятно. О чем общаетесь в рулетке? На какие темы? Крымчей, Крымчей, бля! А, ну, не знаю, пора. Что? Не а, а когда? В 2026 году. То есть вам Путину билет в мавзолей до 26 года не обеспечен, да? Ну, вообще Путин, что-то мавзолей. Ну что, а Ленина вынесли, Путина положили. А ты что, правда с Луганска? Ну правда, а что я вру? Ну у тебя такие взгляды проукраинские. А? У тебя такие довольно проукраинские взгляды, русаковские. Ну а кто? А Луганск это что, не Украина? Я сам против Ленина, в принципе, но ты так начал это самое, с места в карьер, как будто ты... Не, мне интересно, когда вы, там, блядь, Ленина похороните. Как будто ты там с Тернополя или с Киева, или хотя бы с Днепра, а не с Луганска. Не, я не с Тернополя, я с Луганска. Ну я понял, понял. И вон, вы, видите? Вы что видите? Это же не доказательство. Покажи 2000 рублей. Или 200. Что вам показать? 200 рублей или 2000. Купюру. Здрасте, моя радость. А, вот так, да. Откуда у меня 200 рублей, если я выехал с Луганска, когда пришли вы? А где живете? Сейчас в Чернигове. А вы это кто? Вы пришли, вы это кто? Ну, русский мир. Я сейчас с Канады. А. Ну. Если вы с Канады, то понятно, что русский мир вам неизвестен. Почему? Его я туда русский, не пускают. Мне известен русский мир. Я потому что русский поэт по национальности. Кто русский? Я по национальности русский. Хотя гражданин Канады. Хорошо. Вот мне интересно. Ответьте вы мне, пожалуйста, русские. В каком году Московия была переименована на Россию? 1721. Достаточно? Кто ее переименовал? Петр Первый. Бля. Ответил правильно. А с кем ты там разговариваешь? А вот и брат мой рядом. Я вообще грамотный человек, я все правильно. Ну какой вы русский? А кто же я? Это Петр Первый вас назвал. Вы Макшанин, Мокша. Зачем Володя и памятник? Русские были до Петра Первого. Петр Первый провозгласил Российскую империю. То есть россиянин, термин, стал с момента Петра Первого. А до этого были русские. Ну ладно, это не важно. А вы же кто? Этнический этноукраинец или нет? Вот вы лично. А вы в Москве давно были? В Москве? Да я каждый год бываю в Харькове и в Москве. В октябре был. А в Москве, как вы думаете, зачем был поставлен памятник Володимиру Великому, а еще на него одели шапку Мономаха? А вы знаете, что в Москве не первый памятник в России? Не, ну Володимир, ну мы понимаем, он... А он второй, а где был первый памятник? Где поставлен в России в 2004 году первый памятник? Я вам подскажу... Ну, Юрию Долгоруком? Нет, это московское основание. Владимиру Великому. И при открытии присутствовали президенты Кучма, Путин и Лукашенко. При открытии памятника. Какая разница, кто присутствовал? Вопрос, кто кого ебет? Ну где поставлен? В Белгороде поставлен первый памятник, а потом в Москве поставили. Владимиру Великому, если на то пошло. Я не знал. Ну вот я вас информирую. Я проверю информацию. Ну ладно, проверьте. А вы что так за Украину топите, просто интересно? А? А что вы так за Украину топите? Какие ну, это же моя родина. А, то есть вы родились где-то не в Луганске, а где-то там в центральной Украине, что ли?
Почему? Я 4 года отвоевал. Ну вы же по виду старше 91-го года рождения. Нет. Нет. Вы слышали батальон Айдар? Слышал. Ну. Вы там воевали? Воевал в батальоне Айдар. Понятно. Резал москалей. Ну я вас понял, да, да. Ясно, ясно. Которые пришли на мою территорию. А как вы думаете, кто виноват вот в сложившейся ситуации? Что вот виновата я... Россия. Ну... Она войска ввела. Нет, ну я говорю изначально. Не в 14-м изначально? Году, а раньше. Раньше. Ой, блядь, изначально, наверное, виновата мать, что, блядь, дала моему батьке мне выебать. Чьи поебать. Да нет, ну вы ну, такую хуйню несете. Ну кто изначально виноват? Изначально виноват Ленин и Троцкий, что они засунули... А, Троцкий, а, Империя, блядь. Троцкий и Ленин, которого вы все время затрагиваете с мавзолея. Вы когда его похороните, Ленина? Да нахер мне этот Ленин, я считаю его... Бо Вовку Путина ложить никуда. Ленин и Троцкий — это главный злодей 20-го века. А нам вот россияне предложили положить два Володьки рядом. Да. Хай лежать оба Вовки. Либо, блядь, один на одного. Ну только раком. Это россияне предложили. Мне было бы, блядь, на это шоу. Я бы сам стал бы в очередь в мавзолей. Ну, я понял, да. Ну ладно, я вижу, я тебе задаю вопрос, ты о другом. Ладно, давай, с праздником. Вопросы есть, что ко мне ответить? Нет? У нас, скажут, Христос народился. Да, да. Ну, а в ответ славимо его. То у вас а не с праздником. Да. С праздником все россиян поздравляйте. А, ну тебя со свято, значит, если ты украмомик. Я мову тоже знаю, в школе изучал. Я просто не люблю на ней говорить. А как будет ищейка по-украински? Ищейка или ячейка? Сел. Не, ищейка. А, ищейка, да хера знает, я же помню, что... Ладно, хорошо, давай, ладно, со святом тебя. Даже я не ответил. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов.